Еще только начало апреля, подготовка идет полным ходом. На один актовый зал энергоуниверситета приходится сразу несколько творческих коллективов. Одной из причин такого ажиотажа организаторы считают активность самих студентов. В прошлом они и сами выступали на студвесне. Признаются, что есть чем сравнить и хочется вернуться назад. Я тебе раскрою тайну. Именно за этой стеной находится святая святых актовый зал энергоуниверситета, где куется творчество, где мы живем и дышим этим творчеством. Приходите к нам в энергоуниверситет, дышите творчеством с нами. Кто-то на подготовку к студенческой весне начинает за несколько месяцев, а кто-то после выступления на гала-концерте прошлого года. Особенно напряженные репетиции проходят за несколько дней до начала мероприятия. В отборочном туре жюри определяет, кто будет участвовать в конкурсе. Выступить на студвесне уже само по себе является победой, поэтому увидеть свет софитов предстоит только лучшим из лучших. Одним из фаворитов на победу в студенческой весне энергоуниверситета считается творческий коллектив «Кристалл». В этом году ребятам исполняется 10 лет. Молодые люди занимаются танцами. За их плечами победа в различного уровня городских и республиканских соревнованиях. Море подготовки, работы вместе с ребятами. И, ну, конечно, мы хотим какой-то отдачи от зрителя, чтобы наша работа нашла своих зрителей, я бы сказала так. В 2015 году в рамках фестиваля «Студенческая весна» энергоуниверситет завоевал гран-при. Победитель фестиваля этого года отправится на отборочный этап республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2016», где будет представлять свой университет.